gotta start with little side steps, go right. We go quick, we stay stable here. Quick work. Always a straight arm. Stay there. Quick work. Продолжаем восстанавливать и наращивать физическую форму игроков. Работаем над такими параметрами, как сила и выносливость. Вчера мы сделали ряд тестов, которые позволят нам произвести более детальную оценку текущего состояния команды и скорректировать вектор нашей работы для того, чтобы прибавить в этих составляющих весеннем отрезке чемпионата. Женя, давай еще. На данный момент, безусловно, мы уделяем особое внимание физподготовке, несмотря на то, что у ребят в день по две тренировки, несмотря на то, что играем товарищеские матчи периодически, но внимание уделяется именно индивидуальной составляющей физподготовки для того, чтобы улучшить, во-первых, показатели игровые и снизить риск травм у ребят. Ты стоишь, я толкаю, и ты сопротивляешься. Здесь работаем аккуратно, но относительно жестко. Хочу отметить, что первый сбор прошел достаточно продуктивно. Мы все, что запланировали по нагрузкам, мы выполнили. Второй сбор планируем сделать чуть более интенсивным, с акцентом на различные тактические нюансы. Естественно, это уже задача главного тренера. Наша задача, естественно, адаптировать команду уже к более интенсивным упражнениям и к более интенсивному футболу. Мы выполнили ряд тестов для оценки мышечного дисбаланса, мышц задней поверхности бедра, приводящих, отводящих мышц. Также оценили силу пояса верхних конечностей и провели традиционный пик-тест для того, чтобы оценить аэробные возможности футболистов и оценить их реакцию на нагрузку после первого сбора. И в нашей задаче, естественно, сейчас входит проанализировать полностью информацию, и в зависимости уже от этого мы скорректируем индивидуальную программу, командные тренировки. И, естественно, если будет необходимо кого-то из игроков протестировать дополнительно, естественно, мы будем это делать. Какие-то вещи будем делать, естественно, на регулярной основе. Конечно, ребята относятся к этому по-разному, но мы стараемся со своей стороны объяснить значимость этих тестов, так как для нас это очень важно. Все отлично, все работают, мы начали работу, очень активно работаем, нам предстоит еще больше работать. Вся команда активно участвует в тренировках, я вижу, что игроки все ангажированы, то есть все с большим воодушевлением и желанием тренируются, поэтому нам есть куда расти, мы с удовольствием работаем. Самая главная цель при активации заключается в том, чтобы мы полностью подготовили наше тело к последующей тренировке. Мы знаем, что игроку предстоит напряженная тренировка с полной интенсивностью, и поэтому его тело должно быть максимально подготовлено к этой большой игровой нагрузке. И более того, эти упражнения служат нам для того, чтобы избежать возможных травм. Здесь речь идет об активации всех систем организма. Это и сердечно-сосудистая система, и сухожилия, и связки, и суставы игрока. Все активируется, все приходит в готовность. Basicamente construir força и потенция. На данный момент мы наращиваем показатели силы и выносливости у игроков, обращая особое внимание на позиции, потому что, исходя из позиции, одним нужен больше один показатель, вторым игрокам другой показатель. А сейчас как раз самое время для этого, для того, чтобы нарастить эти два параметра, потому что потом уже в течение чемпионата мы просто будем поддерживать их на одном уровне, потому что у нас намного будет меньше времени на подобную работу. Во-первых, я всегда хочу оставаться с командой, хочу не отрываться от команды, всегда быть с ними, чтобы игроки видели, что наши тренера тоже с ними. Мне доставляет большое удовольствие быть с ними, показывать им упражнения до тренировки, после тренировки, быть максимально близко к игрокам.
И я со своими друзьями, коллегами, с Лусио, с Сергеем, мы постоянно находимся в творческом процессе создания всяких упражнений, чтобы не было монотонности, однообразия, чтобы эти всякие наши тренировки доставляли игрокам удовольствие, чтобы не было чувства скуки. Поэтому мы стараемся быть креативными и сделать так, чтобы пробегания не были однообразными, чтобы игроки испытывали от этого удовольствие. И для того, чтобы мы максимально с помощью вот этих беговых упражнений задействовали разные стороны, разный функционал и разная степень подготовки игрока. Более глубоко к этому подойти. На самом деле, да, коммуникация для нас является ключевым фактором в определении задач тренировочных как по команде, так и по отдельным игрокам в частности. Мы стараемся общаться на разные темы, состав у нас достаточно большой, у нас сейчас есть большое количество людей, кто нам, естественно, помогает где-то, скажем так, мы помогаем ребятам, кто занимает на данный момент там лидирующие позиции, допустим, в зале, кто-то помогает мне, допустим, на поле, где я уже, скажем так, выполняю более лидирующую роль. Поэтому, естественно, мы работаем в едином ключе, слушаем друг друга, открыты к общению и к новым идеям. Поэтому для нас это определенно такой правильный элемент для построения тренировочного процесса, где мы все открыты и готовы слушать друг друга.